19 лунные сутки. Энергетика этих суток считается тяжелой, что выражается в склонности к легкому обольщению и склонности к порочным действиям. Именно поэтому символика этих лунных суток связана с пауком и паутиной. Сегодня важно думать прежде, чем что-то предпринимать. Избавляйтесь от самообмана и гордыни. Хорошо попросить прощения. Активность организма сосредоточена в области поясницы и креста. Можно самостоятельно размять эту область, втереть масло. Сегодня полезно посидеть у открытого огня и посмотреть на него. Огонь сжигает негатив. Питание должно быть обычно, без злоупотребления специями. Двигательная активность обычная.